Вот уже год в нашем инстаграме мы выпускаем очень классные идиомы. Мы их сами рисуем, сами монтируем, сами записываем, все делаем сами, и они очень крутые. И сейчас это подборка из 10 идиом. Давайте, схема проста. Если вам понравилось, то вы ставите лайк. Если вам не понравилось, вы ставите дизлайк. И пишите, что нужно сделать, чтобы понравилось. Ну и если да, то мы выпускаем дальше. Если нет, то нет. Все логично. А мы еще вот о чем подумали. Вы же эти идиомы явно забудете. Их, конечно, всего лишь 10, но их очень легко забыть. Поэтому, чтобы такого не произошло, мы для вас создали очень классный тест. И этот тест вы можете тоже пройти по ссылке в описании. Идиома feel blue. Дословный перевод – чувствовать голубой, а смысловой перевод – грустить или быть в плохом настроении. Например, when Mary goes away, Terry feels blue. He's lonely and sad. Когда Мэри уходит, Терри грустит, ему одиноко и печально. Или and tell me, what's the use of feeling blue? And tell me, what's the use of feeling blue? И скажи мне, какой смысл грустить? Идиома take a hike. Дословный перевод – возьми поход, а смысловой перевод – уходи, проваливай. Например, for once take the low road and tell me to take a hike. Хоть разок сойди с правильного пути, скажи мне проваливать. Или I told him to take a hike. I told him to take a hike. Я сказал ему проваливать. Идиома all ears. Дословный перевод все уши, а смысловой перевод внимательно слушать. Например, I'm all ears. Please tell me about the party. Я весь во внимании, пожалуйста, расскажи мне о вечеринке. Или That's why I wanted to see you. I'm all ears. That's why I wanted to see you. I'm all ears. Вот почему я хотел встретиться с тобой. Я весь во внимании. Идиома white elephant. Дословный перевод белый слон, а смысловой перевод обуза, бесполезная собственность. Например, they're having a white elephant sale at the school next week. На следующей неделе у них в школе будут продаваться старые ненужные вещи. Или that big house of theirs seems to be a white elephant. It isn't worth its keep. Их большой дом кажется пустой тратой денег. Его содержание не стоит того. Идиома a golden opportunity. Дословный перевод – золотая возможность. А смысловой перевод – отличная, исключительная возможность и даже уникальная. Например, the hot weather was a golden opportunity for the ice cream seller to make money. Жаркая погода была отличной возможностью заработать для продавца мороженого. Или I'm offering you your last golden opportunity. I'm offering you your last golden opportunity. Я предлагаю тебе последнюю уникальную возможность. Идиома spill the beans. Дословный перевод проливать бобы, а смысловой перевод рассказывать секрет либо тайну. Например, my friend promised not to spill the beans about my plans to get married. Мой друг пообещал, что никому не расскажет о моих планах пожениться. Или well, time to spill the beans. Well, time to spill the beans. Итак, время рассказывать секреты. Идиома to keep somebody in the dark. Дословный перевод держать кого-то в темноте, а смысловой перевод держать кого-то в неведении или скрывать правду. Например, he always keeps us in the dark about his personal affairs. Он никогда нам ничего не рассказывает о своих личных делах. Или I tried to keep Michael in the dark. I tried to keep Michael in the dark. Я пытался скрыть правду от Майкла. Идиома get with the times. Дословный перевод получать время, а смысловой перевод быть современным. Например, get with the times, John. Nobody wears this hat like that anymore. Джон, будь современным, никто уже не носит такие шляпы. Или lots of students have a gap year, Grandpa. Get with the times. Миллион студентов делают перерыв в учебе, дедуль. Будь современнее. Ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, иначе YouTube не покажет, что у нас вышло новое видео. Да, ссылка на наш инстаграм в описании. Все, всем пока.